10 ноября в кинотеатре «Искра» свой профессиональный праздник отметили сотрудники органов внутренних дел России. У этих людей нет выходных, их работа требует постоянной самоотдачи. И многие полицейские праздник отмечали на службе. Но те же, кто смог вырваться на мероприятие, остались в восторге от количества сказанных теплых слов, пожеланий и зажигательного концерта. День сотрудника органов внутренних дел России в нашей стране отмечается уже очень давно и является одним из важных для россиян. Оно и не мудрено, ведь эти люди ежедневно и ежечасно следят за правопорядком. Именно они делают все, чтобы мы, мирные жители, могли чувствовать себя в безопасности. Конечно, мы понимаем, одним нам здесь не справиться. И мы в своей работе опираемся и будем опираться на широкие слои населения. И тогда будет расти доверие граждан к органам правопорядка, в которых они будут видеть надежных защитников от преступных посягательств. Также в своей поздравительной речи Владимир Антипов отметил, что необходимо продолжать работать над повышением престижа профессии полицейского. И это возможно только при честном и добросовестном труде каждого сотрудника органов внутренних дел. Это самый важный человек в нашей жизни, потому что когда человеку плохо, в первую очередь, кого мы зовем на помощь? Полицию. И, естественно, кто нам оказывает действительно помощь? Настоящий наш российский полицейский. Но и полицейским нужен отдых. Поэтому для сотрудников Управления внутренних дел Ленинского района ежегодно 10 ноября организуются торжественные мероприятия. Этот год не стал исключением. Поздравить блюстителей закона с их профессиональным праздником в кинотеатр «Искра» пришли представители районной и городской администрации, которые наградили самых выдающихся работников благодарственными письмами и почетными грамотами. От того, как слаженно работают полицейские, зависит очень много, зависит от безопасности жителей города. И я сегодня хочу поздравить их с профессиональным днем и от лица Совета депутатов поблагодарить за отличную работу, которую они ведут каждый день в нашем районе, в нашем городе. Но какие бы грамоты ни получали сотрудники внутренних дел, все равно самой высокой оценкой их труда они считают благодарность граждан. Еще для меня немаловажно, когда мной гордятся мои близкие, мои дети. Вот. То, что говорят их папа, сотрудник полиции. Вот. И говорят это с гордостью. На самом деле все достойны именно таких грамот, потому что мы выкладываемся по полной. Работа требует большой самоотдачи, нервов, терпения. Продолжилось торжество праздничным концертом в исполнении эстрадного певца Яна Мартина, который порадовал публику красивыми композициями. Люди, которые пришли, они сегодня, несмотря на то, что они пришли в форме, и некоторые пришли без формы, но они были с открытыми сердцами, и чувствовалась атмосфера праздника. Юлия Погосян, Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ.